вже перше виступала команда КВН факультету психології вам сюди. 5-4-4-4-4. Далі була команда КВН філософського факультету «Цивілізація». 4-4-4-3-4. Команда КВН Інституту журналістики «Ажур». 5-5-5-5-5-5. Закривала конкурс-візитка команда КВН фізичного факультету. 5-4-5-5-4. А зараз конкурс «Діатлон» по тій же схемі, ще для команд першого кола. Прошу біатлоністів один крок вперед. Від кожної команди, від кожної, філософи, де ваш біатлоніст? Шукай, 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 шукай. Отже, всі готові. Два жарти від представниці команди КВН факультету психології. Смехотличка такая. Очень толстая девочка, так и не поняла, где началась матрица, а где закончилась. Чистоплотный буддист ходит очищать свою карму в прачечную. Тепер два жарти від представника команди філософського факультету. А, біатлон. А де наш? А, зараз, зараз. Новый альбом Павла Зеброва собрал 10 тысяч килограмм пыли. Футболистам, чтобы получить красный диплом, сначала нужно получить два желтых. Дякую, а зараз два жарти від представниці Института журналистики. Гости поняли, что празднование свадьбы затянулось, когда тамада объявил тост за годовщину. Началась попытка Руслана Бысенки заняться банджи-джампингом. Впервые в истории человека подвели не веревка, не крепление, а мост. Сейчас уважаемые представители физического факультета. Человек, который любит БДСМ, специально пришел на передачу еще один коллег, чтобы его назвали господином. Сміливі бабусі переходять дорогу вздовж. Отже, рішення журі. Перші три команди по шутці фізики. Трудовик и пара крепких парней захватили школу. Возле дома Бориса Бурды лед посыпан солью, перцем и слегка обжаренным луком. У Виктора Януковича в руках ломались только две вещи. Ручка на пресс-конференцию и Людмила Янукович в первую брачную ночь. У нас вопрос для девчонок. Смотрите, ребят, я сегодня впервые в жюри. Да, впервые здесь, а не там. Это разминка, да, это вопрос. Да. Не, физики, вы, в принципе, тоже можете отвечать, все команды, философы, вы здесь отдыхаете, это между девочками, но отвечать могут все. Так вот, у меня такой вопрос. Я сегодня подготовился к игре, я делал футболочку специально с Тарасом Шевченко, потому что, потому что КВН в университете Шевченко. Да. Скажите,
если меня пригласят в аграрный университет, что мне одеть? Если меня пригласят в аграрный университет, что мне одеть? Да ты и так красавчик, мы же тебе футболку. Да, господин. Меня пригласили... Я сегодня одел футболку с изображением Шевченко, потому что я пришел на квад в Шевченко. Если бы меня пригласили в аграрный университет, что бы я одел? Ну, можно надеть модный лук. Вообще-то как-то неудобно тебе должно быть. Ну, все, что между нами было, в том году. Ну да. Ты знаешь, что я люблю одевать. Так вот. Я одел футболку с изображением Шевченко, потому что пришел на квартал Шевченко. Если бы меня пригласили в аграрный, что бы я одел? Чернозем. Меня, конечно.
личной жизни? Ажу ведущего. Дякуємо за чудові відповіді команда. Дякуємо. Не важко здогадатися, що з результатом півбалу покидає цей конкурс команда. Спасибо, девчонки, спасибо команде «Ажур», но на предыдущем сегменте. Наступная 0-0-5, парни. Крот полюбил крота, как говорится, любовь слепа. Свобода слова и хорошее настроение названы персонами награды в Северной Корее. Разведчицы красят ресницы с закрытым ртом. Люк Скайуокер 8 раз сходил в солярий и только потом перешел на темную сторону. На випускному фото 9 Б Троєщинської школи Даша лежала, тому що сложно народжувати стоячи. Син чиновника в дитячому садку отримує добавку манки в конвертах. С активом 0,8 психологи нас покидают. В женщине всегда... Да, спасибо. В женщине всегда должна быть загадка, подумала Лена и съела кроссворд. Бомж-максималист сдал на пару Ocean Plaza. Дуже кмітливий хлопець фразою «Люба, покладе обручки собі в сумочку», відтягнув весілля на 2 тижні. Працівник караоке не може читати книжку, поки букви не підсвітяться. Фізики побіждають. І зараз я прошу всі команди, які сьогодні приймали участь.